последних сил. Да, были наши беда. Перед матчем не дать. Мы все делаем, чтобы исправить ситуацию. Спасибо, что пришли. Времени происходит, тем больше мы, как говорится, придираемся друг к другу. В общем, я думаю, в последующих играх только будем прибавлять оппонентов. Очень рад, что мы сегодня выиграли. Наконец-то мы сыграли сегодня на ноль. Это тоже большой плюс. Да, не часто, но спасибо партнерам, что сегодня дали такие передачи. Я готов.